друзья. Тем Павловна. Я, откровенно говоря, всегда внутренне завидовал людям, кто находит в себе эмоцию, настроение, время, силы, деньги для того, чтобы собирать коллекции. Кто-то увлекается, кто-то утюги собирает, кто-то. Вот я сегодня ехал, думаю, интересно, как же выглядит коллекция колокольчиков. Я обладаю одним колокольчиком. Мне его совет директоров школ при знакомстве с мной как главой подарил мне с тем, чтобы я этим колокольчиком позвонил на первый звонок, который будет в этом году в моем статусе. Так что я невольно уже тоже, наверное, как-то должен подумать, не собрать ли мне коллекцию. Безусловно, такую коллекцию у меня собрать не получится. Сказать, что мы рады, что вот это у нас, ну, поверьте, каждый музей ведь хочет обладать чем-то таким, чего нет у кого, у всех остальных. Кто-то ищет возможности покупать дорогие и известные шедевры живописцев, скульпторов. А вот в данном случае это, мне кажется, совершенно замечательно, потому что это уникально точно, и такого нет нигде. Второе, что это позволит очень много лет потом, десятки и сотни лет, если говорить о каждый же музей хочет жить вечно, долго, многим-многим другим поколениям ходить, видеть, наслаждаться, думать в этот момент о том, что вот такое есть искусство, есть люди, которые это создавали, а самое главное, есть люди, кто это собирал. Поэтому рад за наших музей, рад за тех, кто это все организовывал, рад за наш город. Спасибо вам большое. И мне даже красную папочку дали. Ну, можно я такое жесткое вот это все официально читать не буду, но, безусловно, Лариса Михайловна, мы желаем вам здоровья, долгой и здоровой жизни. Чтобы не было поводов обращаться к докторам. Я доктор вообще так по специальности. Правда, детский. И чтобы все, что вы делаете, предоставляло вам и дальше такое же удовольствие, которое, я уверен, вы испытывали, собирая коллекцию и думая о том, кому же она достанется, кто же будет обладать радостью и удовольствием, и счастьем лицезреть ее и думать о вас. Поэтому вы точно уже оставили себе свое имя, память о себе и отношение к себе самое замечательное в сердцах тольяттинцев точно. Поэтому позвольте, я вручу вам этот благодарственное письмо. Вот еще раз хочу поблагодарить работников музея, наш департамент культуры, потому что вот сама по себе коллекция, без всего того, что мы видим вокруг, она была бы не так уникально. Поэтому спасибо коллегам нашим, благодарю вас за правильный подход. Я надеюсь, автору коллекции понравилось все, что мы тут сделали. Спасибо вам.
Yeah.